Всем привет, друзья. Ну что, я уже в станице, приехал вчера поздно вечером, в 10 часов уже. Мы с мамой поужинали, и я лег спать. Сегодня с утра я проснулся, начал готовить опалубку. Ну, естественно, поздравил маму с днем рождения, подарил ей подарки все, которые я привез. Начал готовить опалубку, чтобы заливать подкладку. Очень жарко, 38 градусов, весь 7 потов сошло, в общем. И мы решили съездить на море, окунуться. После моря надо будет заехать обязательно в строительный магазин, купить цемент, купить мастерок, какой-то инструмент, ну и мясо. Едем и будем жарить шашлык, отмечать мамин день рождения. На море сегодня благодать. Четверг, народу почти никого. Вот так выглядит пляж Есенской переправы в четверг. Водичка, огонь. И никаких медуз. С моря заехал в магазин, взял цемента для начала, мешочек, мастерок и пару шпателей. Мастерок только такой был, такой себе. Попробую. В общем, я готовлю опалубку, чтобы мне залить фундамент под кладку в котельную. Вот такая вот мебельная ДСП досточка пойдет на опалубку самосток. Единственное, надо ее торцануть немножко, подпилить в размер. У меня есть вот такая вот циркулярка самодельная, сделанная из ручной циркулярки. Пилорама, точнее, самодельная. Сделанная из ручной циркулярки. Это еще батя делал, царство ему небесное. Я ее давал уже, на кому только не давал, Рушану давал. Виталику давал, короче, вещь нужная. Сейчас ей отпилю. Вылет у пилы 80 мм, смело 80-ку расшивать досточки. Ну а мне еще надо будет сделать небольшие технологические надпилы.
В общем, досточка подошла. Осталось только подогнать и закрепить. Сюда я забью арматуру. В общем, ну это все будет завтра, потому что... Ну все это вы увидите в следующем видео. А сегодня работать некогда. У мамы сегодня день рождения, поэтому пошел жарить шашлык. В общем, для шашлыка я взял вот такие вот ребра. В станице тут есть мясной магазин по 280 рублей. Сейчас буду нарезать мясо для шашлыка. Теперь порежу лук, как обычно, одну луковицу мелко, чтобы перетереть ее с мясом, остальные крупными кольцами. Так, мясо я посолю. Адыгейская соль, черный перец, и красная паприка сладкая. Чтобы мясо начало мариноваться и в него впитались все специи, пару ложек майонеза. Самый лучший маринад, по моему мнению, для шашлыка. Потому что в майонезе нет ничего лишнего. Растительное масло, яйцо, лимонная кислота, горчица. Все это оставляю так
на некоторое время, пока буду разжигать костер, все это будет мариноваться. Ну что, я буду разжигать костер. Уголь у меня остался еще. После анапских приключений даже рожек немножко остался. Пошла жара. Выглядит как готовые. Как вы думаете, готовы? Я думаю, да. Вот такая у нас с мамой поляна. С днем рождения, мамуля. Ой, спасибо. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Здоровья. Мать. Здоровья еще раз. Здоровья. Спасибо. Эти дни рождения, лучше бы их не было. Или шли бы наоборот. В общем, душевно с мамой посидели, поболтали. Ну а вам, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока.